Четвертая школа, шестой класс. Слушая рассказы о подвигах героев битвы под Москвой, ребята переносятся в те далекие времена. В период Московской битвы ими были выведены из строя свыше 17 тысяч гитлеровцев, более 60 танков, 35 мостов. Такую далекую войну ребята принимают близко к сердцу. Герои Советского Союза совершили многое. Если бы не они, тогда бы нас бы здесь сейчас, наверное, бы и не было. Мы помним их подвиг, и это для нас бесценно. Нельзя забывать о таких героях. Это история великих людей. Такие уроки как раз и учат по-настоящему любить свою родину. Александр Шишов, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.